Надеюсь, всем слышно хорошо наших соседей. Там очень интересная музыка. Тоже похоже на поющие чаши, просто чуть-чуть быстрее. Потерпим. В Индии бывает еще более шумно, особенно в магазинах очень трудно, в цехах практически невозможно вообще понимать, что там за чаши ты покупаешь, потому что вокруг очень громко. А вот у нас вот так. Это у нас чаша 28 сантиметров, любимая чаша, 2600 грамм весом и 232 номером, 5 металлов. Приветствуем. Дальше даже играть не хочется. А то вдруг ее купит, она какая-то хорошая слишком. Давайте уберем побыстрее. Все. Короче, не было этой чаши.